Проект «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад» стартовал успешно. Ни дня без прокачки мастер-классов, лекций, новых знаний и эмоций. Одна из встреч участниц конкурса посвящена персональному подбору ювелирных украшений. Показывали ювелирные изделия новых коллекций, которые мы привезли с выставки. И девочки вдохновились. И я думаю, что влюбились в эти изделия. Они большие, они достойные, они такие тяжелые. Они соответствуют моему возрасту, моей конституции, моей стоимости. Это не дешевые комплекты, но каждой среднестатистической женщине, мужчине, они по карману. И они очень изысканные, очень, они не индивидуальны. Главное правило стиля бодипозитив – важен не размер, а пропорция. А это значит, что в выборе украшений крупные девушки не должны мелочиться. Девушкам пышных форм лучше не носить мелкие изделия. Ну и изделия, которые не подходят по размеру. Как кольца, так и браслеты, чтобы они не обтягивали пальчики и руки. В основном, конечно, ношу ювелирные изделия взамен бижутерии. Даже если это будет серебро, то все равно это ювелирное изделие. Но предпочитаю не очень яркие, заметные. Ну, элегантные. Вообще, я люблю, чтобы был полный комплект. То есть серьги, подвеска, браслет и кольцо. В одном стиле выполнены, ну, дополнительно несколько изделий из такого же драгметалла. Если это золото, то золото, если серебро, то серебро. Бижутерию я не ношу. В основном это серьги, серебро. Телу приятнее как-то серебро носить. Не знаю, золото мне не идет. Драгоценные металлы или авторская бижутерия, серебро или золото, нежный жемчуг или яркая бирюза. У каждой девушки свои предпочтения, однако все они сходятся в одном. Украшения обязательно должны быть стильными, создавать настроение и подчеркивать характер.